В городском округе продолжают серию мастер-классов. Сегодня жители узнали больше о бразильском боевом искусстве, изучили капоэйру. Это положение называется кадейра. В капоэйре одно из основных, из него можно бить удары и делать эшкивы. Сейчас конкретно мы берем ручки и делаем наклоны вперед. Сначала разминка, потом основные принципы. Этот вид боевых искусств сочетает в себе элементы танца, игры и боя. Важна не только физическая подготовка, но и красота движений. Подробную информацию о мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.